гońcem. A, все, партия закончилась уже. И по бичу попросту. Андрейкин, кстати, наверху не вижу. Действительно, видимо, кабина была сломана. Так. Сейчас очень не легче. Аж 3 можно было давить. Шиманов хиба, не? Играем с ним в Лас-Вегас. Сейчас очень не легче. Это причем серьезный человек. Он играет Лондон все время. Я ему уже как-то проиграл разочек. Чем мы на Лондон-то играем? Grałem wtedy o wejście do głównego finału turnieju Millionaire Chess, gdzie grał Nakamura między innymi w pierwszej czwórce. Niestety poległem. Musiałem wygrać partię. No dajcie tak, póki rozegraję, tam posmuję. Bacie Poliaka przyszedł. Da. Nie, to Poliak też, da. On przyczem... Все время Лондон играет. Я с ним даже живу один раз играл, выиграл там еле-еле. Так, что бы разыграть-то здесь такого? Есть 300 кчуков, очень дякую, дорогие видзове. Ну а, есть 6 поеду, пофиг. По старинке. Ну не укрывам, что приятная превага часова, 40 секунд на старте. 200 тысяч раз за белых и за черных играл. Все каждый правильно. Божий раз проблемы, что играть на эту схему. Не кумам ты по воле. Та позиция в истории шаху была играна тысячи раз. Сбей хетмана, был на вариант. Тут ферзем важно побить на слон d7, там ловушка страшная. Эту позицию, которую я даже... Я с Камским, кстати, играл черными. Потратил минуту здесь. Камский, по-моему, против меня просто бил, как-то f4 ходил, и я там загнулся. Но это не Камский, я надеюсь. Я имею в виду, что это не такой сильный полцан. Кашлинская играет, не знаю. Так, ферзь h5, ну на мат он напал, мы мат не зевнем. Poza tym hetman tam poszedłem. Taki paszyry w защите po uszy. Jak sobie takiego prawa nie słyszał, ono mnie нравится. Tak, mat nie zewnął, co on tu będzie делать? No może ja t4, b5 хочу. Może być, сюда пока. Może e5 хочу на следующем ходу. Tak zagramy. Da, jest taki resurs. Gdzieś nie mogę ja как-то. Aha, może bić i koń b4. Goń z B1 dama. Aha, dobra, nie ma. Chyba nie ma. No powiedzmy tak, tak i B6. A czy koń B4, slon A6, ili opäť slon A6 pomieniać do slona dworskiego? Kajla ucho była, ja potem pokażę, ja tak białym sam несколько раз w ten sposób partię wygrał. No, no очень известная. Nie będę tu narzekać. Musi trochę czasu na to stracić i wierzę sobie. Umoczyć. Czyli po времени dogoniałem, to хороший znak. Сюда, ничего не зеваю. А, ну хочешь ферзь Е2, потом... И ферзь b5, это неприятно. Если я конь b4 включу. Так, сюда. Так, подравниваем потихонечку вроде. А может и нет. Tutaj zbije, jak mi zbije na F1. Koń D3. Chyba. No, tak zagram. No, dawaj, zjeł. Da. Rozmiany. Tu na B2 będziemy prysować. On konia na E5 postawił, a u mnie słon na E4 też będzie sympatyczny. Nie znaję, jaka figura lepsza. Wiarygodnie jego słon. Super gońca, a ja będę miał super konia. Jego koń. Tak, nie wiadomo, pokę. Która figura będzie lepsza, szczerze mówiąc. Le, ja słon E4 pojedzie, można powiedzieć słon E4. Ale jak on tylko wejdzie na drugą linię czymś, to jestem tutaj umoczony. Dlatego tak, na przykład takie idee są dla mnie bardzo groźne. Ale on przede wszystkim... Można było ferzy B4 na obrót wyskoczyć, czy to jak to skromno zagrał. Ferzy D2. To pole chciał okay, pokryć, ja już nawet odmienić nie potrafię słowa. Tak. Да, у него белые дырочки, а у меня черные дырочки.
РБ7 пойду. Б2 напал. Окей, ну właśnie, то co На mówiłem, b2 типа я напал, но będę если он chciał. ферзем вернется, уже не так страшно выглядит. Właśnie, А если не muszę chyba вернется, ну teraz там я на матку паду после побронить. ферзь b2. Ага, и он wtedy. Ну не хочет Слон е2 бронить, надо он было. не. А, я слон е2 вообще не видел. Ладно, Ага, закрываю надо так пока. выиграть. Powiesz, że b8 бьет на Да, ферзь a5, не можем е2. бить на b2, бо на końcu jest мат. Логично, а что Więc если я muszę здесь zagrać h6 побью? jeszcze. Spróbuję zagrać h4, h5, Надо коня все дать на g6 и форточку мат taki сделать сделать на срочно, я h8. чувствую. Nie będę miał chyba na to czasu. h6 пойду. No właśnie. Ale trudno. Если он разменяется, а там ладья c8, ладья c2 очень Spróbujemy. опасно. Так, а здесь ладья b8. No nie, nie zdążę. Tu, 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 Странная tu, позиция. szach. H5, tu, tu, tu. O, szlak. Jednego tempa mi brakuje. Szachy to jest gra, to jest tragedia jednego tempa, jak to mawiają. Ну ты No i co пешку mam не можешь идти, грать? по-моему, а там на g2 потом провиснет. Может, мой слон-то и не хуже оказался. Неожиданно. Так, на ферзь Одразу b2, так надо ладья c8, заграть, я так без понимаю, там h4. последовало. Разве Поэтому не я не глуп? зевнул. Ферзь f2, ферзь g3 сейчас неприятно. Dobra, jeszcze tak mam, jeszcze tak mam, jeszcze Ферзь tak h5 mam. тоже неприятно, Tu да. będę bronił, tu. На g6 ферзь To jest dobra лезет. idea, to jest dobra idea. Ojejku, jakie to, jaka to jest dobra idea. Na blica to już w ogóle jest mega groźne. Tak będzie grał. A to szach. O, tutaj macie ciepło, Так, ziomek. батя поляский пришел, и что-то тяжело стало. Это мат уже, я чувствую, сейчас форсированный прилетит. Tylko kurczę, nie mam jak Ну, tego слон wygrywać, может мне to jest поможет на problem. e4, мой красивый. Не знаю, правда, насколько. Nie! Hej, podstawiłem, nie widział. Co ja zrobiłem? Mógł bić! Mógł bić! Пешка проходит, да? Mógł bić, ale babola tam zrobiłem! Mógł bić i przegrałbym! Ła! Wygrałem! Mógł bić i szach i koniec A6 miał! O! Jest punkt, ale fatalna gra, ale jest punkt, drodzy widzowie. Mógł bić i goniec D3, goniec A6 miał. Ojejku, jejku, dobrze. Jest punkt, widzowie, Kagani buź. dobrze. Patrzcie Ja na to, wygrał co jedną tam mógł partię. zrobić. Ale ładnie to grałem do pewnego momentu, ale potem oczywiście Slon bambuclowanie, D3 no. grubo ziwał, da? Co to, było, to w ogóle wywalcie, tu ten. Ojejku, ale się... Ну, конь у меня хороший был. Ферзя можно было забрать. Так, ну докладно все то я было дуже. Дуже выиграл. Не, ну там Ту есть такую, я 0-0-0, нормальную H4 партию хоть ту. раз Вежа, о, вежа А1 вспаняла руки. Видите, о что ходи? Же и может заграть Практически хетман пример из B2, видео бо вежа пошла на C8 шах. И по бичу на центре, C8 да, но хетман слон, бьет конечно, B2. менее был А кулем активным. Может, отходит, то H6 бьет ошибку тогда совершил, хетмана на не знаю. B2 Здесь и по вежа оказалось бьет B2, виси вежа на A8. как-то То есть такой типовый мотив тактичный с пузли. более-менее. Сейчас давайте Так, посмотрим, хетман что H5 полетело вспаняла рух. сначала. О-оу, конь F7 поважний błонд. В Что ты конце нам можно говоришь? Конь было C6 ферзя по прошлой съесть и коне, слон так? Конь d3, слон C6 по h6. прошлой. Не зауважуем видеок. Конь C6 не Блин, зауважуем просто видеок. ферзя съедал, И то есть действительно. важно видеоки, бо альбо ему возьме тем веже, и по Или восьмой нет, линии дам стоп. му мата, альбо возьме тем веже,
I da, zagram wieża C7 i dam tutaj mata, nie? 3 slona 6, ale po co? Zbigniew z plus 6 woli zrobić plus 0,50. Oj tak. Да, ну ладно, давайте ловушку покажу. Ага, он одразу мял себе хетманом заслонить. Okay, тут мял себе хетманом заслонить и заставить две слон вежи, D7, чтобы двумя вежами не атаковать. Забрать, 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 и слон H7 неожиданно. Слон H7, король H7, ферзь H5. И парши, что ты сделал. Король G8, пару шахов, чтобы набить час. H4, красивый удар. Ферзь висит. Теперь грозит еще конь G5. Тут, ну не то, чтобы сразу выигрывают. И ты уже бить, и по битью... Не мечтаем, что гонится его, а пришли с шах, гонится А6 и гонится в апе тут.